Итак, снова здравствуйте, мы продолжаем добивать противников в игре, как она там называется? Sins of the Solar Empire Rebellion, по-моему. Я уже и не помню, как она называется, но, в общем, прикольная такая игрушка. Что тут у нас, все планеты колонизированы или нет? Нет, не все колонизированы. В принципе, нам желательно все колонизировать. Во-первых, а чё за пираты? Пиратов типа уничтожили? А это интересно узнать было бы. Пиратов уничтожили или нет? Если их уничтожили, то нам будет трудно. Тут две базы, поэтому нам нужно, наверное, пиратскую базу захватить. Единичку выбираем. Сколько у нас здесь кораблей? Не так уж и много. И где они находятся? Вот тут? Ага, вот тут, ясно. Ну, значит, сюда? Пусть отправляются. Our backup is joining the fight. Раз. Так, пираты. Ноль, ноль, ноль. Пиратов нет. Вот, все, пираты уничтожены. Значит, нам нужно перехватить инициативу и захватить эту систему. Любой ценой. На самом-то деле это надо сделать. No enemy will get by us. Нет, сюда, конечно, же, вот так вот. Face jump on my mark. Тут, я думаю, выдержит оборона. Face jump on my mark. Нужно их прижать, очень сильно прижать. Так, где тут наши фрегаты? Пусть они разведывают теперь. А также давайте-ка попробуем прокачать эти фрегаты, собственно. Вот они. Надежные фазовые прыжки. Я думаю, что именно сейчас это имеет резон. Потому что раньше это не имело никакого смысла качать вот эти вот вещи. Потому что у нас не было оружия, которое бьет между системами. А сейчас нам нужно именно наведение какое-то. Давайте-ка проверим. Ну, их-то уничтожили, но... Куда делись все корабли? Как так? А, их тупо ракетами какими-то уничтожили. Это довольно интересно. Так, значит, двойка. Будем надеяться, что мы справимся. Нужно захватить эту пиратскую базу. Так, у него уже ХП уничтожают. Это плохо на самом-то деле. Силовое поле давайте включим. Так. Ну да, тут все как бы нормально. Кто там на нас атакует? Никто никого не атакует. Так, ты, значит, улетаешь назад сюда куда-нибудь, пока не уничтожили тебя. Вот сюда. Улетаешь. Слишком их много. No
Так, ты, значит, качаешь себе вот эту штуку. Давай, прыгай быстрее. Прыгай, пока тебя они не уничтожили. Да ну прыгай давай, все, прыгнул еле-еле. Так, ты, значит, у нас качаешь опять ракеты на всякие плюхи. Смотрим здесь. Здесь у нас это качается. Угу, вот он. Давайте его Ctrl 2 забиндим. Так, доступно экипажей 4. А почему у меня так мало кораблей на единичку забиндено? Как так? Почему так мало экипажей доступно? Ладно, разберусь когда-нибудь. Так. Кто там дестроит? Это не наш дестроит? Вроде не наш. Так, вот ты. Ты кто такой? Давай, до свидания. Качаем тебе, естественно, зажигательные снаряды. И у него уже закончился практически запас щита. Уже даже закончился, я бы сказал. И мы его отправляем назад, куда-нибудь сюда. Где тут один уже есть где-то корабль? Должен быть, по идее. Вот он, да. Мегунёв какой-то. Ну, в общем, не важно, он пускай тут регенится. Разведывательный фрегат Аркова. Или Аркова, или Аркова. Где? У какого Capital Ship'а щьются даун? Какой даун вообще? Карающий меч, вот особенный корабль, и он, похоже, у нас флагман как раз таки. Алтей, Алтей пусть улетает. В принципе. Эти пусть опыта набираются. Да, тут пиратов, конечно, собралось много. Стоп! А, разведывательные фрегаты это. Зыкину захватили, да, у нас? А я не помню. Надо ее назад отхватить будет как-нибудь. В будущем. А, Зыкину захватили. Какой ужас, да? Будем потихоньку эвакуировать тех, кто нам не нужен. Но с другой стороны, можно было бы оставить эту пиратскую систему. Стоп, а куда они нападают? Они как раз сюда и нападают, да? А, или это мои тут разведают? Что у них тут? Давайте посмотрим. Так, тут у них опять какой-то долбанный титан. Мощная очень пушка. Сюда я бы не телепортировался ни за что.
Так, тут у них что? Тут у них пока что неизвестно что. Тут на Зыкина у них... еще одна хрень, но тоже не очень мощная. Так, сколько тут? Давайте посмотрим. Дамокову. Ракетных платформ много. Ну, кроме базы, я тут ничего особо опасного не вижу. Где вот ихний титан делся? Вот это мне интересно очень. Таки. Очень-очень интересно. Давайте посмотрим здесь. Так, этот у нас корабль улетает. Да, но авианосцы это сила все-таки. Авианосцы это такая сила, блин. Вот этот особенно карающий меч. Стоп, а тут еще и защита какая-то есть, смотрите. Тут, то есть, есть ангары и минные поля. Чего только тут нету. А ну-ка, что там колонайзит? Кто кого там колонайзит? Нехорошо, тут большой пушка есть. Это, во-первых, порт восстановления какой-то есть. Огромная хрень, которая... Литейная титанов. Да, литейная титанов это тоже проблема. Серьезная, причем очень серьезная. Но ресурсов у нас как бы больше. Нужно где-то верфей понастроить поближе к... Вы поняли, чему. Так, черный рынок. Что это? Предложить цену. А я как-нибудь могу дипломатически? Очки дипломатии, отношения 2. Ты у нас, значит, минус 4. Не знаю, не хочу я через дипломатию договариваться, я хочу именно победить военным образом. Но как бы перспективы не радужные. Слишком долго я давал развиваться противнику. Хотя, если постараться, я думаю, у нас все может получиться. Планетарные щиты, ну, блин, планетарные щиты это бредятина. Мизонная пушка. Ага. Защитные платформы. Ну, защитные платформы я не так часто строю, но думаю, пригодится. Так. О, смотрите, сколько здесь ракетниц и сколько всяких кораблей ненужных абсолютно. Так, 361. Comlink online. Reading you loud and clear. А чё это он никого не выводит из строя? Хотя должен. Так, экраны 77, 54, еще уменьшаются. Ну и в принципе, я думаю, стоит теперь всех
сюда отправить. Я думаю, эта система выдержит много атак. Титан, я не знаю, Титана нужно как-то сюда перевести. Но я боюсь, что это невозможно будет. All hands, prepare for phase jump. There is no further profit in attacking an empire. Сейчас посмотрим, как тут Титан. Может, он наберется опыта всякого там. А, тут одни минные поля, смотрите. Минные поля, ремонтные платформы и так далее. No enemy will get by us. Так, где тут этот Тираскус? Я разведаю, пожалуй. Где он тут? Порт восстановления. Ну, на самом-то деле, я думаю, что нам стоит вот куда-то вот сюда полететь. И захватить эту долбаную планету. Или сюда хотя бы. Нашим титаном. И не только титаном в будущем. Не знаю, печально все это. Печально и все. Тоска, печаль. Вот что это называется. Надо будет, значит, фигачить по всем системам. А тут у нас что? Тут у нас какой-то аванпост неплохой, в принципе. Синистра какая-то. Ну, не знаю, как бы у нас мало очень хп у кораблей, хотя неплохо, в принципе. Смотря что считать мало. Good day, Commander. Давайте-ка что ли соберемся у земли? Или же поможем вынести вот эту вот систему, That's думаю. Да, вот сюда, пожалуй, нам и надо. А здесь на земле мы будем изготавливать кучу новых кораблей. Каких именно сейчас покажу. Не знаю, истребителями играть, это довольно геморно. Так вот, как бы этим кораблем играть довольно геморно. Угу. Вспомогательный координирует атаки. А фрегат, что это такое? Кобальт говно, Джавелис, тоже говно. А, это для бомбардировки планет. Отстойно, корвет Шрикен. Ну это неплохо, в принципе. Корвет Шрикен можно исследовать. Давайте посмотрим, где он тут. Военные.
И давайте Сиела этот исследуем. Окей. Будем пытаться что-то новое придумывать, изобретать колесо. Просто больше ничего не остается делать. Тут, что мы можем тут построить? Дунов. Интересно. Так, крейсер Акан. Давайте возьмем парочку и этих парочку. Блин, лучше тогда два авианосца. А где мои остальные корабли? Я не понял. Три авианосца и все такое. Куда они делись? Вот это что ли они? Да, они здесь остались. Довольно это странно. Ну что поделаешь. The price on our head has increased. Один. Ну давайте, короче, вы сюда прилетайте. Что там за big magnitude? Тут тоже что-то есть, смотрите, где тут титан? 25! Какого хрена? Systems calibrated. Our fleet is under attack. Diverting power to jump engines. Comlink active. Our backup is joining the fight. Так, создать флот. Все. Теперь у нас больше кораблей во флоте. Дальше. Это все наши корабли или нет? Так, Бравик, Зейдис, Варзар, Карающий меч. Миош, секунду, это, наверное, первые. Ну, новые корабли, которые мы строим. Всего 16 кораблей, но можно было бы побольше флоты создавать. Но я что-то немножко тупанул, что ли. Или не подумал об этом. Так, значит, тут восстановление экрана. $250 всего лишь отстой. Я-то думал полностью экран восстанавливать. Так взял титану, экран восстановил. И норм. А так, блин, 250 очков. Что это за бредятина такая? Так. Окей. Отключение спецсредств. Ну, не знаю, как-то... Давайте это, что ли, сделаем. Но он не особо крутой. Естественно. Так, берем бомбач, естественно. Все это естественно, так естественно, что даже не естественно.
Угу. Не знаю, пусть они там остаются, а я, скорее всего, нападать буду с другой стороны, а не с этой. То есть мы берем единичку и ведем их сюда куда-то. Вот на эту планету. Теперь. А этот титан сейчас здесь будет все устраивать побоище ледовое. No enemy will get by us. True to the cause. Ага, тут еще один фрегат, по-моему, был. Нет, это торговый порт. А где фрегат? All power to jump drive. Или вот тут. Или вот тут. Да, вот этот чувак. Торговый дрон. Чё он тут торгует? Иди в жопу, дронище. Дронище, еба. Ой, извините. Не удержался просто от шутки этой. Какой-то сраный Джавелис, а они не могут его уничтожить. А какого хрена награда за мою голову увеличена, если пиратов-то нету?